Итак, всем привет, с вами снова Дмитрий. Мы продолжаем наши уроки по поводу моделирования по поводу моделирования пушки. Вот, мы как бы с вами закончили уже делать high-poly модель. Теперь мы приступаем к изготовлению из нее low-poly модели, на которую потом мы спроецируем нормали, на которых будут вот эти вот все штучки, всякие наши болтики, гаечки и все остальное. Вот. И, соответственно, будет поменьше полигонов. То есть вот здесь, ну, довольно-таки до хрена полигонов. Я не знаю, где-то здесь можно посмотреть. Сейчас найдем. Где-то был этот X-View. Вот здесь у нас 417 тысяч полигонов. Вот это до хрена для игры. Поэтому что мы делаем? Сначала выделяем всю эту штуку. Ну, это я так делаю, поэтому вы можете по-своему делать. Я ее немного сдвигаю для того, чтобы центр у нас был нулем. То есть топ, грид и вот сюда подвинем. И это все можно сгруппировать. Назовем high-poly turret. Вот, что красиво. Вот, а теперь мы просто этот наш high-poly turret копируем. Копируем ее. И называем low-poly turret. Создаем копию. И ставим 0 по Y, вот, чтобы по центру она стала. Вот теперь, значит, мы можем вот эту пока скрыть. Правой кнопочкой клацаем, нажимаем Hit Selection. И давайте приступим. Открываем нашу группу. Это же, наверное, разберем. Так, начнем мы с вот этой верхушки. Изолируем ее, переходим в редактирование, тут у нас, смотрите, убираем изолиние, то есть вот у нас такое количество полигонов, которое нам не нужно. Мы удаляем TurboSmooth, он нам уже не нужен на этой модели, и пока что отключаем симметрию, но симметрию не удаляем. Переходим в режим грани и начинаем лишние ненужные грани удалять. Дважды, если шоп, выделится вот так вся грань. Удалять Ctrl Backspace для того, чтобы этот, ну, либо вот здесь где-то есть Delete. А где же оно, что ли? Не надо найти. Ну, не важно. Короче, Ctrl Backspace. Оп. Только мы смотрим, чтобы мы не удалили случайно угол. Потому что углы нам нужны. Так, вот это удаляем. Вот это удаляем. Вот это. Так, дальше что? Вот это нам не нужен. Вот этот не нужен. И этот не нужен. Так, стоп, что-то я, по-моему, лишка удалил. А нет, все нормально, никакого изгиба здесь нет. Так, и в нижней то же самое делаем. Тоже бьем. Сюда. Это и теперь смотрите, что у нас получается. У нас получается, что у нас есть один тут полигон, один тут, тут. То есть, ну, мало полигонов в этой модели. Так, сейчас, одну секундочку.
Немного перестарался с температурой на котле. Очень громко работает. Так, теперь давайте вернем к виду нашу группу, вот ту, на где High Poly Unhit by Name. И где наша группа? Ох, ни хрена себе. Давайте там Unhit Poly. Так, вот это. В принципе, можно удалить. Вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас на ней имеется. То есть, ну, в принципе, здесь у нас ничего не имеется. То есть, ничего мы доделывать не будем. Все нормально. Почистили полигончики и все. Тип-топ. Давайте ее чуть-чуть дальше отодвинем, чтобы она нам не мешала. И заморозим. Вот так, чтобы можно было просматривать. Так, теперь пойдемте дальше. Следующая, вот эту штуку мы будем чистить. Изолируем ее. Переходим, опять же, убираем TurboSmooth наш. Отключаем геосимметрию. Возвращаемся. Editable поле и начинаем. Вот это удаляем, вот это удаляем, вот это удаляем, вот это. В принципе, такая нудная однообразная работа. Она, так сказать, стоит того. То есть, так сказать, чем больше вы модель упростите, то есть как можно больше полигонов из нее уберете, тем быстрее будет ваша модель работать в игре. Ну, грузиться. Меньше будет давать нагрузки на процессор. Так, ну, то есть вот таким образом все нормально. Так, пойдет. Включаем симметрию. Где-то симметрию. Симметрия. Назад возвращаемся. То есть у нас чуть не пойму, у нас как-то. Это вот здесь и симметрия не почему. Тут что-то у нас торчит. Ага. И также мы удаляем вот эти штуки. Мы не будем их делать выпуклыми. Это будет просто карта нормалей. Сейчас, наверное, в данном случае мы фактически вернемся к тому, с чего начали, но в некоторых моментах придется переделать. То есть, допустим, вот этой вот части нам придется добавить еще такую штуковину. А давайте вот на ней продолжим, чтобы уже посмотреть. Опа. Так, переходим. Так, вот здесь у нас вообще много всего. Надо поаккуратнее это все делать, чтобы не удалить ничего лишнего. С одной стороны, вроде такая несложная, но работа темная, но всегда есть вариант удалить что-то не то. Поэтому за этим, конечно же, нужно следить, чтобы удалялось то, что не портит геометрию нашу. Так. Вроде бы как бы все удалили, да? Ну, можно, значит, еще в целях упрощения вот здесь вершину посклеивать. Ну, я думаю, не стоит.
Вот. Теперь вот такая штука. У нас по модели по нашей, то есть идет вот эта поклажка с одной стороны только. Поэтому что мы делаем? Мы меняем симметрию, применяем, конвертируем видит поле, то есть уже все. У нас не симметрия, а готовая модель. Вот, кстати, еще одна лишняя линия, которая получается, это разделение по центру. Вот, и включаем вид. Вот здесь мы создаем цилиндр. Неудобно, сделал себе маленькие кнопки, это оказалось неудобным. А, значит, здесь нам достаточно одного и достаточно будет 8. Вот смотрите, нам нужно сделать так, чтобы вот эти края не выступали. То есть давайте сделаем 5 и добавим 7. Это же у нас отдельный объект, поэтому мы можем делать вот так. Их вместе и аллиган применить. Опа, кенсон. Чуть-чуть нету. Сделал вот этот, выделяем, применяем аллиган относительно этого. И ставим его по центру везде. Все, то есть вот он у нас по центру, видите, пятерочки нам мало. Значит, делаем 5,5. Выскакивает. Теперь по это по длине вот так вот делаем. Чуть-чуть заскочили. И еще такая вот штучка, конвертируем такого поле. И вот этот немножко уменьшаем. Ага, вот у нас что получается. Значит, нам нужно вот сюда. Мы добавим одну грань. Вот эту часть, она нам уже не нужна. Мы ее здесь просто удаляем. А вот эта вот запчасть, теперь что нам нужно делать? Нам нужно ее отцентрировать. Ой-ой-ой-ой. Не то получается немножко. 3. Нам нужно ее вот сюда вот выделяем нашу башню и делаем следующее. Делаем кат, разрезы, и нам нужно включить снэп, привязку к вершинам. Так, как ее настроить? Так, чтобы настроить снэп, вот она, кнопка снапа. Правой кнопочкой она не нажимаем, открывается окно настроек и ставим к вершинам grid point. Убираем ненужный нам. Вот, носим к вершинам привязку. И вот так. И теперь мы можем свободно резать наш
полигон по этим вершинам. Все разрезалось. Я не вижу. Разрезали. Теперь вот этому мы прибавляем наш вот этот. Сейчас мы ее скроем. Что-то не здесь, где-то можно было. А, вот. Hit selected. Вот. Ой. В полигоны назад. Это мы удаляем. И теперь, что нам нужно подключить? Нам нужно вот эти вот вершинки поконнектить. Что-то фигня какая-то у нас тут выходит. Давайте сконнектим эту. Эту грань. Косички получаются. Так, давайте возьмем снова кап и вот. Допустим, отсюда, сюда проведем, чтобы мы могли все посоединять между собой. То есть вот оставлять вот таким образом нельзя. Почему? Потому что игровой движок, он потом модель переводит в треугольники. Хотим мы этого или нет, но он ее в любом случае переведет в треугольники. И, соответственно, те полигоны, которые более четырех вершин, могут в дальнейшем неправильно отображаться. Вот такие вот сложные формы лучше сразу же самому вот так делать, чтобы она была. Так, теперь мы возвращаем вот эту нашу штуку. И видите, у нас тут по две вершины, мы их выловим. То есть варим. Почему так происходит, сейчас я вам покажу почему. Потому что у нас вот, вот здесь вот есть полигон, который нам мешает. Мы его забыли сразу удалить. А теперь мы оп, свалились вершины. Сейчас, конечно, чуть-чуть плоховато получилось, да, я стараюсь сделать вот эти вот кружочки не более 8 граней. У нас тут получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тяжело, 8 граней нормально. То есть вверх соединяем, ну, по бокам они хорошо вписываются в квадраты, эти 8 граней. Но это уже сделано, ладно. Не будем переделывать. То есть вот такая вот у нас модель этой. Так, где у нас все делось? Вот она. У нас все. Так. То есть вот сюда просто ляжет карта нормальная. Вот этой вот байды нашей бабушки. И она будет выглядеть вот таким образом. Вот это все будет сглажено тоже благодаря карте нормальной. Пойдемте дальше. Вот эту возьмем. Штуковинку. Сделаем. С нее убираем. Турбосмывку убираем. В принципе, симметрию можно убирать, но
после того, как мы сделаем low-poly модель, нам придется еще делать карту развертку. Вина. Карту. И удобнее ее делать на симметричной модели. То есть мы сделаем половинку, и она отобразится туда. Поэтому я как бы не убираю. Последнюю очередь уже просто так сделаю карту. Все наложу. Потом убираю эту симметрию. И перевожу полностью всю модельку. Светло нужное. И перевожу полностью всю модель. Будет был поле. Так, вот это убрали. Надо все-таки обратно вернуть большие кнопки, потому что вообще неудобно. Я уже привык раньше. Первые версии 3D Max я всегда делал маленькие кнопки, потому что было удобнее. Почему здесь это сейчас я до этого не делал, это сейчас что-то мне приспичило сделать. Зачем, непонятно, я это сделал, но поздно уже сделал, так сделал. Просто там надо перезагружать 3D Max, чтобы они сделали больше. В следующем уроке перезагружу. Сделал уже большие, нормальные, как и были. Потому что Иван, это, предполагаю, неудобно, непонятно, что здесь. И мне как-то не особо понятно, что здесь у меня. Так, все здесь. Нет, не все. Надо. Все. Это у нас этот план. Почему? Потому что у нас здесь есть еще скролл вот этот. То есть он будет у нас тоже, как и вот здесь, прикрученный. Это один мыш будет. Ой, извините, пожалуйста. Так, вот здесь есть еще вот такая штука. Автогрид. Классная вещь. Я не знаю, почему я как бы раньше не особо не пользуюсь. Ну, хорошая вещь, она привязывает модель. Но, видите, привязала не туда, куда надо, но тем не менее, хорошая вещь. Очень хорошо. И теперь вот этот полигон. Переключаем привязку. У нас она настроена, поэтому она также продолжит вершинам пулиться.
что... Блин, вот единственное, что я никак не могу понять, что Макс, неужели нельзя, не могут сделать нормальный вид? Вот это... Блин, да что ж... Еще что-то не получается мне что-то. Прикрепляем эту штуку. А вершины пока здесь одни. Так. Делаем разрезы. Короче, сегодня у меня вообще не плюнет. Теперь вот эти еще. Вот видите, когда на 8, оно... Ой-яй-яй, не то что сегодня не то жму. Оно прекрасно вписывается в квадрат. Когда сглаживается, тоже замечательно сглаживается. И теперь вот такая штучка у нас. Вот, добавили эти вершинки. Нужно нам сделать вот таким образом. Хотя, наверное, нет. Мы сделаем по-другому. Слишком много полигонов добавить, если сделаем это все на всех наших гранях. Вот таким образом. Все, эта штучка у нас тоже получилась. Ну, наверное, на сегодня мы остановимся. Если у меня получится, то сегодня я еще продолжу. Сниму еще одну серию, закончу этот. Все, до свидания, до следующего раза.